15 лет компания «Civic» производит автосервисное и гаражное оборудование. Компания «Civic» – это идеальное сочетание производственной мощности и интеллектуального потенциала команды профессионалов. Компания «Civic» – это богатый опыт в области высокотехнологичных разработок. Это мощнейшая производственная база. «Civic» изготавливает балансировочные стенды, гидравлические автоподъемники, оборудование для замены технических жидкостей, диагностики автомобилей и промывки топливных систем. Балансировочный станок Galaxy – одна из новейших разработок компании Civic. Европейский уровень – идеальное соотношение цены и качества, применение новейших технологических решений. Многоуровневый контроль качества позволяет компании Civic входить в элиту мировых производителей балансировочного оборудования. Процесс балансировки колеса на Galaxy производится за один цикл и занимает не более одной минуты. Высокая производительность достигнута за счет применения новых прогрессивных технологий Direct 3D, AutoAlu, S-Drive и No Touch. Наиболее трудоемким для балансировки является литой диск. Оценим производительность Galaxy на его примере. Колесо крепится с помощью быстросъемной гайки Хавека. Для удобства затягивания гайки вал автоматически подтормаживается. Технология No Touch позволяет работать, не нажимая клавиш управления. Просто укажите линейкой плоскости коррекции. При этом автоматически измеряются вылеты и диаметры. А также, благодаря технологии AutoAlu определяется схема установки грузов. Технология AutoAlu применена компанией Civic одной из первых в мире. Опускаем кожух для измерения дисбаланса. Технология S-Drive осуществляет векторное управление малошумящим трехфазным двигателем для поворота с высокой точностью в заданное угловое положение. Колесо автоматически останавливается в месте установки груза и удерживается в этом положении. Устанавливаем груз в зажим линейки и двигаем линейку до появления звукового сигнала. Технология Direct 3D – это достижение наивысшей точности при установке грузов и возможность балансировки колеса за один цикл. Прижимаем груз к диску. Толкаем колесо рукой, оно автоматически повернется в положение для установки второго груза. Опускаем кожух. Производим контрольное измерение. Готово! Это подтверждается голосовым сигналом. Колесо отбалансировано. Вал автоматически подтормаживается для удобства снятия колеса. А пока вы снимаете колесо, станок автоматически переходит в режим ожидания следующего. Технология No Touch значительно ускоряет процесс балансировки колес на стальных дисках. При этом работают все технологии, применяемые при балансировке колес на литых дисках. Значительное сокращение времени особенно важно в сезон массовой смены покрышек. 1 минута вместо 3 – это результат применения технологий Direct 3D, AutoAlu, S-Drive и No Touch. Дополнительно увеличить скорость обслуживания позволит функция 2 мастера, применяемая на балансировочном станке Galaxy. Она позволяет производить только один замер для комплекта однородных дисков, при этом обслуживать сразу 2 комплекта за счет сохранения параметров замера в памяти станка Galaxy. Существуют сотни разнообразных моделей и модификаций колесных дисков, и у каждого из них свои особенности. Galaxy позволяет обслуживать всех клиентов, потому что станок балансирует любые колеса на дисках диаметром до 28 дюймов, шириной до 20 дюймов и массой до 70 кг. Используемая станком Galaxy технология прямого измерения позволяет балансировать пак с колеса, а с применением спецадаптеров балансировать колеса мотоциклов и колеса без центральных отверстий, применяемые на автомобилях Peugeot и Renault. Для сохранения эстетики внешнего вида литых дисков у станков Galaxy предусмотрена функция Split. Она разделяет груз на 2 таким образом, что они окажутся за спицами. Безупречный вид дорогого диска не будет испорчен.
Дисбаланс колеса складывается из двух составляющих – биение диска и неравномерность шины. Снизить дисбаланс можно вообще, не устанавливая грузы. В этом случае нужно совместить обод и шину так, чтобы дисбаланс обода компенсировался дисбалансом шины. С помощью специальной программы на станке Galaxy можно найти оптимальное положение шины и обода. В результате, помимо уменьшения дисбаланса, может произойти и улучшение плавности хода за счет лучшей комбинации геометрических и механических дефектов обода и шины. Компания Civic уделяет огромное внимание внешнему виду и качеству изготавливаемого оборудования. Все узлы проходят полноценные испытания. Точность каждого балансировочного станка проверяет представитель российских органов метрологии. Система Power Guard позволяет гасить скачки напряжения, а в крайнем случае станок автоматически отключится, при этом будет подаваться звуковой сигнал. Современный дизайн, монитор и голосовое сопровождение придают станку привлекательность для клиента. Процесс обучения персонала сведен к минимуму, и освоить технологию автоматической балансировки на станке Galaxy можно в течение получаса. Балансировочный станок Galaxy – один из самых высокопроизводительных станков со множеством преимуществ и дополнительных возможностей.